Меня зовут Александр Казанцев, я руководитель проекта «Просто робот» и автор настольно-образовательной игры «Битва големов». Наша игра подходит как взрослым, так и детям, и играя в нее, вы незаметно для себя научитесь основам алгоритмики, программирования и управления роботом. Игра проста в освоении, интересна как стратегическая настольная игра, интересна как обучающая настольная игра, и вы прекрасно проведете время за небольшими, но увлекательными партиями вместе со своими знакомыми и детьми. Поддержите нас на Бумстартере, и вы внесете вклад в развитие российских образовательных настольных игр.